Всем привет, с вами Микс. Вы давно все мечтали о новых подкастах, которые чтобы выходили в iTunes. Наконец-то это же все свершилось. Давайте-ка вам покажу. Мы должны зайти в iTunes, написать в поисковике Next.com. Ну, я уже это сделал, давайте просто обновлю. И вы увидите два подкаста Next.com, игры и хобби, и подкасты пользователя Next.com. Естественно, надо будет подкасты пользователя Next.com нажать. Потому что я не знаю, почему такой тут баг. Я надеюсь, что это все исправится, все удалится и так далее. Так что остается только ждать. Естественно, это пока все тест подкасты. Я надеюсь, что выйдет все самое такое интересное и хорошее. И мы сможем с вами дальше все это обсуждать. А для того, чтобы открыть этот подкаст, нужно скачать приложение подкаста. У нас достается, пишется, что типа откройте приложение подкаста. Мы вам дальше откроем как раз таки эту штуку. У меня с первого раза никогда на iPad не получалось открыть тот или иной подкаст. Мы так что через подкаст опять там же нажимаем на этого человечка. Видим то, что оценок нет, похожие там есть. И вот видите, долгожданная встреча один. Почему, не знаю, почему один, но надеюсь, это то, что, видимо, первый подкаст или еще что-нибудь. Нажимаем на подписку, и вот вы видите наше изображение Next.com. Естественно, вы будете это слушать и так далее. Подкасты будут выходить раз в неделю, я постараюсь хотя бы в пятницу это делать, и постараюсь все это сделать так, чтобы подкасты выходили именно в эту группу, потому что, именно в эту вот подкасты, потому что может быть такое, что они куда-то будут в другую сферу или другое общество вливаться, так что я надеюсь, что это все как раз-таки изменится, и все будет вполне нормально. Всем спасибо за внимание, с вами был Никст, пока.